Благодаря детскому закону 1539 из года в год количество преступлений, совершаемых подростками, уменьшается. Видимо, сами дети стали осознавать, что всего один серьезный проступок может пустить перспективы их светлого будущего под откос. Воспитательные беседы взрослых с подростками, ежедневная работа рейдовых групп направлена на то, чтобы снизить преступность в молодежной среде. Ежедневно проходит развод патрульных групп, призванных осуществлять надзор за исполнением детского закона. Сотрудники полиции, представители администрации Анапы, казачество. Именно этих людей каждый вечер можно увидеть на улицах курорта. Контроль дает свои результаты. Родители стали более ответственно относиться к исполнению закона. А дети после 22:00 в общественных местах не появляются. Не знает о краевом законе приезжая молодежь. Рейдовая группа объясняет. На территории Кубани закон один для всех. Подросткам до 18 лет вечером без взрослых находиться нельзя. Так, в ходе проверки были задержаны подростки, приехавшие в Анапу на соревнования. Находились на улице поздно вечером без сопровождения тренера и вызвали внимание межведомственной группы. С руководителем спортсменов, срочно примчавшимся к администрации, провели беседу, а после передали подростков под расписку.